Во дворе обычного жилого дома необычно оживленно. Устанавливают знамена и портреты выдающихся летчиков, несут корзины с цветами и подарками, проверяют микрофоны. Через несколько минут здесь начнется концерт, адресованный лично нескольким ветеранам Великой Отечественной. В микрорайоне Чкаловский с его славной авиационной историей герои живут без привлечения в каждом доме. Поэтому пока старшее поколение вынуждено соблюдать строгие меры самоизоляции, подобные персональные концерты можно проводить хоть в каждом дворе. Сегодня подарок к Дню Победы получили жители дома номер 8 по улице Ленина и их ближайшие соседи. Как известно, в этом году все традиционные массовые мероприятия, посвященные юбилею Победы, из-за эпидемии пришлось отменить. Но выход был найден. Работники культуры, власти, военнослужащие поздравляют ветеранов, проводя небольшие концерты и мини-парады прямо у них во дворах. Мы должны быть счастливы, что хоть так, но мы имеем возможность отметить этот великий праздник, День Победы. Тем более у нас 75-я годовщина, и у нас на улице Ленина живет 4 здравствующих ветерана, которым мы благодарны. Главное внимание, главное, чтобы ветераны видели, что ни послевоенные годы, ни этот вирус нас не может разделить. Галина Брок-Бельцова смотрит на лица боевых подруг. Бессмертный полк «Авиатриса» развернулся прямо под окнами ее квартиры. Галина Павловна – штурман экипажа пикирующего бомбардировщика П-2, 125-го гвардейского Борисовского орденов Суворова и Кутузова бомбардировочного авиационного полка имени Героя Советского Союза Марины Росковой, гвардии старший лейтенант. Ей даже песню посвятили. Под Московье на Чкаловском есть уголок. Здесь штурман Петва живет, Калина Брок, кандидат исторических жизни наук, символ мужества, стойкости, воли и друг. Петр Шалахаев – авиатор-бортинженер. Он отвечал за подготовку самолета и техническое сопровождение полетов. На фронт попасть не успел, но был свидетелем и участником 5 военных конфликтов на разных континентах. Вышел в отставку в звании подполковника. Старший сержант Петр Византийский – стрелок-радист штурмовика Ил-2. Прошел всю войну, совершил 175 боевых вылетов. Был сбит, выжил. Петр Константинович участвовал в освобождении Праги. От имени Общественной организации ветеранов вооруженных сил ему вручили в честь этого память. Медаль. Я благодарю моего Господа Бога, что Он мне лично дал повоевать и лично дожить до этого времени, когда был праздник 75 лет, что я бы на протяжении этих веков или лет посмотрел, как развивается наша страна, как развиваются люди, как развивается техника, как живет народ, молодежь, старики, все. Так что я всем доволен, что все были здоровые, счастливые и улыбались. Дорогие наши ветераны, мы, молодое поколение защитников Родины, всегда свято помним и чтим традиции, оставленные вами нам. Мы преклоняем свои головы пред теми, кто не дошел до победы, не дожил до этого великого праздника. Мы гордимся вами. Мы гордимся величием ваших судеб. С праздником вас! С Днем Победы! Выездная концертная программа живо напомнила ветеранам выступление фронтовых агитбригад в годы Великой Отечественной. Словно вторя словам знаменитой песенки, над Чкаловским разразился настоящий майский ливень, и дальше концерт проходил уже под его аккомпанемент. Но это нисколько не мешало зрителям на балконах подпевать любимым песням, а их в исполнении солистов творческих коллективов воздушно-космических сил прозвучало немало. Родимый дом, первым делом самолеты, ну а девушки потом. Прозвучали приветствия и творческие подарки и от руководства городского округа Щелково. Разрешите вас поприветствовать от имени исполняющего полномочия
главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова. Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. Спасибо вам за победу. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Несмотря на определенные ограничения, которые приняты сегодня в стране, концерт показал, что не может быть преград в стремлении новых поколений отдавать дань уважения героям прошлого, чествовать и прославлять их. И ветераны это видят и ценят. И сегодняшний праздник, несмотря на тяжелейшие условия изоляции, является всенародным, потому что рядом с вами отважными, сильными, гордыми, волевыми герои нашей страны. Нет такой силы, которая бы сокрушила великую Россию. Это день победы. Я ожидал, думаю, такое мероприятие могли сделать и у Вечного Огня, и у Героя Славы. Ну, нельзя вот этот коронавирус, вот этот, я прекрасно понимаю. Ну, а так все изумительно хорошо. Добрые люди, которые присутствовали, безусловно, от души благодарю. И нашим ветеранам! Наша офицерская, чкаловская, трехкратная, 3-4! Ура! 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 С праздником! С Днем Победы! Ирина Микеда, Сергей Василевский, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.